октября в районном дворце культуры состоялся открытый региональный турнир по савату. Участие в нем приняли гости со всего Сахалина. Участникам и зрителям было на что посмотреть и чему научиться. На минувших выходных в спортивном зале районного дворца культуры собрались спортсмены с различных районов Сахалинской области. Здесь проходил открытый региональный турнир по французскому боксу «Савату». Инициатором соревнований выступили Ахинский спортивный клуб «Северный воин» и Сахалинская федерация «Савата» при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Организация на должном уровне. Нам нравится сюда ездить. Готовы в будущем. Также. Спортсменов привезли 10 человек, тренерский состав составляет 3 человека. Также приехали судьи с нами и представитель родительского комитета. В турнире приняли участие порядка 50 спортсменов. Французский бокс – это европейский вид спорта. Название происходит от французского слова «сават» или «старый ботинок». В этой разновидности спорта разрешены удары ногами, причем обутыми в жесткие ботинки, а также всевозможные захваты, заломы, броски и удержания. Участники турнира сходились в бескомпромиссных поединках и схватках. На соревновательном ринге был высокий и жесткий уровень судейства. Было сложно, попадали в меня нормально. Так. Соперник был у меня, он мой друг, я с ним дрался, он тоже попадал в меня и... Был такой сложный. По данному уровню вообще все хорошо. Хотелось бы ринг, но и такое данное мероприятие вообще очень хорошее. А ребята как себя показывают? Ребята показывают себя на очень хорошем уровне, особенно дети. Молодцы. Турнир был захватывающим и эффектным. Посмотреть на бой ребят, оценить их удары было интересно не только знатокам, но и родственникам, болельщикам и просто любителям спортивных боев. Спортсмены на турнире показали достижения, которых удалось добиться. Подготовка неплохая, так же, как у наших, так же, как у ваших спортсменов. Видно то, что работа проводится, в детей вкладывают. Помимо физических данных, также видно то, что духовная часть присутствует, то есть детей развивают, то есть дети воспитанные. Все очень спокойно, как бы на соревнованиях обычно шум, гам, у вас тут все организовано, спокойно. Ну, в общем, впечатление от них только положительное. Специфический вид спорта, просто клубы разные, разные у всех специфика. Кто-то тэквондо, там, тайский бокс, французский, конечно, отличается по технике, но, в принципе... Уровень хороший. По итогам фестиваля победители и призеры получили заслуженные награды. Стоит отметить, что большее количество медалей осталось в Ахе у спортсменов клуба «Северный воин». В спортивно-оздоровительном